Подъем, господа! К нам идут новые клиенты, и ведет их, похоже, вон та красотка. Как-то они не очень похожи на остальных. Может, просто дадим им пройти? Чепуха! Привет вам, путники! Разбойники. Должно быть, грабят тех, кто бежит от порождения тьмы. У них хватило глупости преградить нам путь. Я предлагаю проучить их. Да разве так здороваются вежливые люди? Всего 10 серебряных монет и ступайте своей дорогой. Что я тебе говорил? У них нет ни одного фургона, и этот вдобавок вооружен. Дорожную пошлину платят все, Ханрик. Вот почему это дорожная пошлина, а не, скажем, налог на беженцев. Да, точно! Даже если ты не беженка, все равно плати! Не скажу, чтобы такие речи пришлись мне по душе. У нас тут, знаешь ли, свои правила. Хорошо. Значит, нам придется обыскать твой труп. Таковы правила. С магом? Не хочу быть жабой! Да никто тебя в жабу и не превращает, трусливый ублюдок. Но мы... ладно, на сей раз обойдемся без пошлины. Ну ладно, иди уж. Желаю тебе приятно провести время в Лотаринге.